Что думаешь о сопернике? С соперником знакомы давно. Встречались по смешанным единоборствам. Поэтому бой будет достаточно принципиальным. Ну, по крайней мере, для меня. Но соперник хороший, посмотрим. А ты выиграл или проиграл? Проиграл по очкам. Как будешь готовиться к бою? Ну, готовиться буду жестко. Будем жестко бить. Вот. Хорошо дышать. Что ожидаешь в предстоящем бою? Ожидаю рубку. Это не будет легкий бой. Я знаю Антона, знаю себя. Покажем зарубу. Ну и посмотрим, кто кого. Сколько раундов планируешь? Ну, конечно, рассчитываю на все раунды, а там посмотрим. Ожидаешь ли ты победы, своей победы нокаутом или по очкам? Ну, тяжело сказать. Конечно, хотелось бы нокаутом. Антон, я тебя, конечно, уважаю, но буду тебя в ринге бить сильно вот этими кулаками.